Ведика, у нее все как сделано. А, он же занимается спортом, занимается. О, а как постель, наверное, хороша, наверное. Там наша постель была хороша. Так, удаляем. Не будем дальше гонять, ну их нахуй, пизду. Я нашел теперь мою девушку, мои мечты. Это хохол, блядь, только мне деньги не пришла, правда, блядь, дебучие, не русский. Не хохол, а это, блядь, Кыргызстан там и хуй на это там. Откуда он, не знаю, ладно, блядь. Вчера днем послал и до сих пор деньги. С Яндекс кошелька, слушай-ка, с Яндекс кошелька на веб-майн кошелек. Он хотя послал деньги, и нихуя, так и нету. Я ему пишу, только он мне нихуя не отвечает, падла, блядь, ебучий. Ох и жадный, блядь, полтинник пожалел для меня. Я ему тут старался, тогда не делал, блядь, пидорас. Раз. У меня товарищ вот тоже отписался буквально там несколько минут назад, что не может мне, ну там по каким-то причинам не может мне денежку перевести и говорит, что на WebMoney 6 апреля, по-моему, вот я сейчас, они как-то ограничили вывод картам, да, которые прикреплены к кошелькам. Я не могу на карточку перекинуть. Да, он то же самое говорит. Он то же самое говорит. Говорит, три дня какие-то недели не хуярит. А какие не хуя знает. Мне бы перевести денежку будет. Так он тоже матерится, потому что, говорит, даже на похмелку нельзя вывести. Так, посмотрим. На сколько уже, наверное, выставили счет за электроэнергию, надо проверить. Чего добрых херачит. Вот, наконец. Ключик нажимаем.